Что такое быть лидером? Это огромная ответственность перед собой и перед теми людьми, которые идут за вами. До сих пор можно встретить команды, в которых враждебность, недоверие и безразличие друг к другу. И нередко это исходит от самого лидера. Из-за этого команда постепенно распадается, ее участники переходят к другим лидерам, а некоторые вообще разочаровываются в бизнесе. Для того, чтобы достигать ошеломляющих результатов, лидер должен быть одним целым со своей командой. Необходимо поддерживать и страховать друг друга. Это как в альпинизме. Если один из группы оступится и сорвется, то наличие прочной страховки и ответственного страхующего сохранит жизнь всей команде. Так как же вам сплотить вашу команду? Есть один проверенный способ. Его знали лучшие лидеры прошлого, знают и те, кто сегодня ведет за собой команду звезд. Обратите внимание на то, что я скажу дальше. Чтобы собрать вокруг себя лучших из лучших и чтобы повести эту команду победителей, всегда заботьтесь о каждом ее участнике. Людей не волнуют ваши слова, ваш опыт или его отсутствие. Они не будут вам верны до тех пор, пока не узнают, насколько вы заботитесь о них. Причем это надо делать не только тогда, когда вам самим этого хочется. Следует заботиться о своих людях всегда, даже когда вы устали или вам этого не хочется. Помните, один человек способен на многое, но когда за вами десятки, сотни, тысячи смелых и сильных людей, то величие ваших совместных достижений способно вознести вас на самую вершину успеха.